Основным сельхозпредприятием в Мирнинском районе является совхоз «Новый». Продукция предприятия является самым качественным и обеспечивает потребности всего района. На птицеферме совхоза побывала съемочная группа наших коллег. Благодаря совхозу «Новый» каждый день на прилавке магазинов Мирнинского района доставляется самая свежая и качественная продукция. Молочные изделия и яйца предприятия давно заслужили доверие мирнинцев. Не устану повторять, это свежая продукция, которая выходит из-под коровы и из-под курицы. То есть до города Мирного всего 30 километров, и поэтому транспортных проблем у нас нету. Это не то, что везти яйцо, которое неизвестно когда произведено с Иркутска, с Красноярска или Новосибирска. Всего на птицеферме 71 тысяча несушек. Ежегодно они производят 13 миллионов яиц. Этого достаточно, чтобы обеспечить все потребности района. Работа, как обычно, происходит по плану. План выполняем не только ежемесячно, но и ежегодно. За полгода мы уже выполнили, так что мы впереди у нас еще полгода, так что мы должны выполнить план. В городе Мирном продукция совхоза «Новый» представлена в трех официальных точках – в магазинах «Катунь», «Тойхая» и на городском рынке. Продают продукцию «Нового» и частные предприниматели. В этом случае руководство совхоза советует покупателям проверять штампы на продукции. Можете отличить яйцо совхоза «Новый» по такому штампику. И ветеринарно-сопроводительные документы, товаро-транспортные накладные, которые сопровождают яйцо. Яйцо поставляется в наши торговые точки с расчета продажи на один день. Поэтому все яйцо свежее. Еще одно отличие – это яйца в совхозе коричневого цвета. Белое яйцо предприятие не производит. Кросс у нас вот на данный момент вот такой выбран, потому что это и с этого кросса и яйцо хорошее, и мясо хорошее. Сейчас на предприятии заканчивается ремонт большого цеха. После этого в совхозе займутся транспортировкой куриц. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».